Новая книга Ментимера Шаймиева – это достаточно увесистое издание, по ощущениям, килограмма 3. Здесь 600 страниц. Это текст на трех языках – русском, татарском, английском и цветные иллюстрации. Здесь как широко известные фото, например, инаугурации Рустама Миниханова или визит Владимира Путина в Казань, так и редкие снимки просто с желающими сфотографироваться. Как отмечают гости, в этом весь Ментимер Шаймиев. Это и масштабный государственный деятель, и простой добрый дедушка. Главное его качество – это человечность. Я сам в этом убедился, когда к нему в Болгаре подходили люди не как к президенту, а как к своему знакомому человеку. Жали ему руки, обнимали. Это не тот тип лидера, который держится в стороне от народа, а который всегда с людьми. Такая атмосфера доброты и мудрые жизненные советы проходят через всю книгу Ментимера Шаймиева. Говорим, вот у нас такой лозунг, такой девиз. А неужели, говорит, этот Обама это у вас взял? Как рассказал Ментимер Шаймиев, его знаменитое «Без Булдырабас мы можем», как и название новой книги, исходит от души для души. Это состояние души каждого человека. Когда человек говорит я могу», это достоинство или реализация его мечты. Если он вдруг захотел ему сказать «я могу», «мы можем», вот. Она национальная идея или как угодно хотите, значит. Нашим людям это нравится. Нас все говорят, и на любом языке говорят, без булдрабас, мы можем. Это уверенность. Новая книга – это не только знаменитые цитаты Шаймиева, но и высказывания о нем. Вступление книги написал министр иностранных дел Сергей Лавров, а первая глава начинается со слов Владимира Путина. Ментимер Шаймиев – яркий, многогранный человек, накопивший богатейший жизненный и профессиональный опыт. Для нас, дипломатов, особенно ценны его усилия, направленные на поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания на международной арене. Имя Ментимера Шариповича Шаймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности. Неоценим вклад Ментимера Шариповича в развитие и Татарстана, одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны. На создание книги ушло около года. Я бы назвала эту книгу еще одной попыткой «Объят необъятное». Необъятным я считаю деятельность Ментимера Шариповича. Он всю жизнь говорил, работал. В таком необъятном море мудрости гости презентации уже выбрали свои любимые цитаты. Цитата. «Я принимал участие во многих играх, бегал, но ни разу не брался разбивать горшки. Такое у меня правило на всю жизнь. Если за что-то взялся, то надо победить. Если не чувствуешь силы на победу, лучше не браться». Те, кто уже познакомились с книгой, сокрушались, что ее тираж всего 1000 экземпляров. Дмитрий Айригин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.